Caravan 1996, 96 год, TD27, турбо интеркулер электроник, и то есть у него с 96 года пошла электроника небольшая. Вот на нем устранили этот, была проблема масс-сенсор, и вот здесь в районе педали газа, там у него два датчика, холостой или датчик влажности, что ли. В общем, трусик перетирался и не работал этот снизу. А как его? Check engine, короче, выскакивал. Молодец наш механик нашел, да. Вот. Ну все, летит машинка. Идет 130 лошадей. One story horsepower. А тот, который без электроники, у него 110 лошадей. На 20 лошадей разница. Так. Гонят, на дороге стоят. В общем, прекрасно идет, да, летит. Давай разгонимся. Ну, вот, даю газку. Хотя пробег 214. Наоборот, туда высоковатый. А, не, он не переключился еще, да, понятно. Сейчас переключился, да. Какая-то железяка или сиденье, потом посмотрим. А? А, люк. Может, надо проверить, да? Что там дребезжит. Восьмиместный. Полный привод. Ну, ладушки. Зеркала мне прикольные такие, как на автобусе. Вот с такими этими лапами автобусного типа. Видео я вроде на нее делал, но могу еще если что сделать, да. Аватарку поменяли, да. Так, чтобы везде одинаково сделать, на Инстаграм, на Фейсбук и на Ютубе. Вот. Ну ладно, давайте пока едем отдыхать. Тут заработались опять.